выйти, когда хорошая погода, еще и с стойкой. То есть погода у нас бывает хорошая. Можно просто по городу, если города большие, с каталогами. То есть методов моря. Вот. В некоторых вещах нужно себя, скажем, свои страхи преодолеть. В некоторых вещах заставлять. Вот. Ну и еще буквально пару слов. Я просто вспомнила, была, что разговаривала с одной девчонкой про сторис. Я говорю, начинай снимать сторис, выкладывай в интернет. И она мне говорит, а я живу в общежитии, ну, как бы здесь страшно, мне стыдно показывать это в интернете. Конечно, я из-за своего, скажем, спокойствия характера, я, ну, начала ей варианты подыскивать, а может так с ними, а может так, и промолчала. Но знаете, что мне кажется? Стыдно жить в таких условиях, в которых ты не можешь никому показать, что ты живешь. То есть то, что ты живешь в этом общежитии, которое тебе не нравится, тебе не стыдно. Начать работать, вот выкладывать эти сторис, показывать людям, тебе стыдно. То есть нужно стараться идти к другой жизни, не лениться, чтобы потом не было вот стыда за то, что, ну, где ты живешь. Стыдно должно быть тем, кто ленится, не хочет работать. Вот. И поэтому, естественно, кто здесь, он с нами сейчас вместе, желаю вам немножечко более усилия заставлять себя, чтобы потом, вот как я, как бы это ни звучало, да, пусть я сейчас хвастаюсь, но бездельничала 3 недели, получила хорошие деньги. То есть, чтобы такой момент был и у вас. И вас это, естественно, радовало, и потом вы могли тоже этим делиться, этой, скажем так, радостью. Вот, спасибо за внимание, и всем хорошего этого каталога. Спасибо большое, Настя. Я немножко хочу... Настя вас тут так напугала, что все, надо пахать. Хочу сказать, что пахать надо до звания директор. Дальше вам будет проще, вам будет легче, у вас будет команда, какая-никакая. Ну вот некоторые говорят, у меня нет лидеров. Но когда говорят так директора, ну неправда, у вас есть лидеры, просто с ними нужно установить связь и развить. Согласитесь, мои директора, правильно? У всех есть лидеры. Просто нужно найти к ним подход. И обязательно эти лидеры у вас будут расти или найти нового лидера. Но до директора, конечно, тяжело. У многих, практически у всех, вот я не знаю таких директоров, у меня, да, включая меня тоже, у которых не было нервных срывов. Все, которых вот у нас директора, что выросли, и Настя тоже, было море слез, и тоже было все, у меня ничего не получается, я все брошу, я все кину, все, ничего не буду, все, это не мое, это не мое. У всех было, вспомните себя. И у меня это было. Просто лично я, мне некому было жаловаться в то время, потому что Свете там вообще не дозвониться, я редко звонила, и я понимала, что Свете пофигу, у нее очень много директоров, и если я упаду, ей все равно, а мне, когда я уже открыла ИП и всем сказала, что я директор, и потом прийти и сказать, что я не директор, мне просто было стыдно, я уже не могла, потому что я во всех соцсетях везде заявила о себе, как о быстрорастущем лидере, то же самое, что я сейчас заявила, что я бриллиант, и теперь у меня дороги назад нет. Я в любом случае, блин, я костями лягу, сутками спать не буду, но я сделаю этого бриллианта. Если лидеры мои свалятся, директора, а я уверена, что они не свалятся, я найду новых лидеров. Я буду ходить по улицам без разницы, деревень, сел, уеду там, не знаю, на неделю, на две. Я уже планы себе там и аварийные выходы составила, да, но я обязательно этого добьюсь. И желаю вам тоже иметь такое упорство и волю. После 3000 будет гораздо легче. Единственное, что есть сейчас лидеры, ну, то есть, которые становились на 600, на 1000, у кого сколько баллов. Если вы на них остановились и стоите, значит, вас этот вариант устраивает. Сделайте так, чтобы он вас не устраивал. То есть, создайте себе такую ситуацию, чтобы вам этих денег не хватало, чтобы вам нужно заработать было на мечту. Кому-то, да, заработать на квартиру, кому-то заработать на машину, кому-то на мебель, кому-то еще на что-то. Когда у вас будет вот это вот желание, и оно будет где-то прописано, поверьте, вы будете работать, и вы не будете говорить, все, я не буду, это не мое, я бросаю все, пошло нафиг, пойду на госработу за 500 рублей или за сколько там. Просто вот это вот все надо себе вот как-то вот продумать, обдумать и решить для себя, что назад дороги нет. Еще есть такая ситуация, я смотрю у многих, у людей, когда у них работают и зарабатывают
зарабатывают мужья, много денег, таким людям проще. Но здесь есть одно но. Вы должны понять, в жизни бывало очень много таких ситуаций, и я знаю таких женщин, которые были за мужем, зарабатывали мужья, но в один прекрасный момент этого всего можно лишиться. Жизнь такова штука, что ты можешь остаться вообще без ничего. И я знаю таких женщин, которые были вот там, да, кто я, да я крутая была за счет мужа, а потом они просто валились вниз, и все, и они превращались в ничто, спивались, уходили там бомжи, бомжевали, это тоже очень сложно, тяжело, единицы из таких женщин выплывали, поэтому я считаю, что женщина, девушка, я не знаю кто, она должна быть независимая, именно так я учу своих дочек, и старшую, и младшую, младшая еще не понимает, маленькая старшая, я сделаю все для того, чтобы она была независима, в первую очередь она должна уметь зарабатывать для себя, да, и заработать, чтобы в любой момент, чтобы не зависеть от мужчины и ни от кого, ни от меня, ни еще от кого-то. Поэтому сейчас мы будем говорить о конкретных действиях, что нам нужно сделать. Смотрите, у нас очень много... Привет! У нас очень много людей получили постельное белье. У вас в командах, у каждого есть такие люди, и в первую очередь это вы сами. Мы с директорами что-нибудь, может быть, подумаем, продумаем. Конечно же, какая акция какая-то на 100 баллов будет попозже, да? Но пока этих людей нужно удержать и помочь им удержаться на этой ступени, не падать, потому что, во-первых, по ВИПу приходят людям, люди приходят, не всегда они совсем удачные, но в большинстве случаев люди делают заказы и остаются, если вы с ними будете общаться. Такой совет, еще раз повторяю, если у вас долгое время не приходят по ВИПу люди, и у ваших людей вы заходите в личный кабинет этого человека, почтовый адрес меняете, у этого человека адрес на какой-то другой город, ставите настройки получения контактов по месту жительства. Если кому-то непонятно, еще раз ко мне в личку, я объясню. И смотрите аналитику, ждете неделю, не приходит человек, меняете на другой населенный пункт. Зачастую, когда это делаем несколько раз, то начинают приходить люди. Ну, какими они придут? Там или пустые, или что? У меня в последнее время тоже 2 пустых человека. Просто типа случайно зарегистрировались. Но я тогда у этих людей просто беру, говорю, дайте мне, пожалуйста, свой логин, пароль. Можно на вас люди сделают заказ и получат подарок? Использую хотя бы так. Даю людям, чтобы они сделали заказы. Зачастую люди соглашаются. То есть первая задача – удержать 100 бальников. Следующее. У нас сейчас прекрасная акция на 50 баллов. Вы видите, ABC-пилинг. Всем рассказываем во всех соцсетях, где только можно, вживую, не вживую. Можно распечатать листовочки. Буду говорить генеральному директору, что когда начинаются такие акции, но это просто невозможно. Вот Москва дала вчера эту акцию, да, об этом знала Беларусь. А вот такие, например, акции, как Powerbank, нам могли, по сути, распечатать листовочки даже компании, правильно? И мы бы их уже вкладывали. Но так как они это не сделали, сами распечатали, я распечатала листовочки. Если кому надо, я могу эти листовочки сбросить вам. Ну, в нашем бизнесе, по сути, она есть. Распечатали, кто на пункте, да, и раздаем людям. Ну, или размножаем в интернете, по сути, вы все делаете. Это не так и сложно. Сейчас, я думаю, что мы к середине ноябрю все-таки получим это постельное белье. Я вам рекомендую его показывать, рассказывать, потому что люди очень любят подарки. Большинство все-таки приходит на подарки. А потом уже, как получается, идут на бизнес. Следующее – это... По максимуму нам нужно использовать наши чаты. Сегодня я сброшу ссылочку. Мы переделали наш чат сопровождения новичков. Кто не знает, у нас есть такой чат. В этот чат новичков добавлять не нужно. Этот чат для вас, лидеров. Вы туда заходите, там полностью вся готовая информация по сопровождению этих наших новичков. Этим чатом у нас занимается и курирует Ирина Козила и ее команда. То есть мы со старого чата выходим, я вам все напишу, а в этот новый заходим, потому что все более там хорошо собрано, четко. Заходи, бери картинку, посылай. Что по этому чату мы делаем? Это я рассказываю вам, и это вы рассказываете своим лидерам. Например, вот пришел, там написано все с самого начала. К вам человек пришел, какое сообщение ему слать? Дальше человек, помочь ему сделать заказ, все видео. Потом, когда человек сделал первый шаг, ты вывели на первый шаг, там, как его поздравить картинкой.
картинкой, как его привлечь на второй шаг. Дальше, как я вам рассказывала, берем тетрадку, в тетрадке или на белом листе мы разграфляем, еще раз повторяю, вот так вот разграфляем номер один, фамилия, имя, например, Иванова Екатерина. Дальше делим столбики, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый шаг. Обязательно у вас все должно быть на бумаге, ни на каком гугле диске, ни на каком, я не знаю, единственное, если вы очень информатизированы, делайте все на бумаге, так проще. И получается, вы пишете, сколько человек первый шаг прошел. Если он не прошел, например, пишите 30 рублей есть, потому что не всегда вы заходите в отчеты, не всегда стартовую программу зашли, сделал человек, поставили плюсики. И вы будете этот список видеть очень часто, и вы будете помнить про то, что вам нужно человеку отправить, позвонить, пообщаться с ним. Поверьте, это у меня работало. Почему я быстро вышла на 3000? У меня вот эти вот стартовики, которые мне были, у меня было, наверное, 20 или 30 стартовиков. Стартовика вывести как нефиг нафиг на 50 баллов. Видишь, что человек сделал? Сейчас вам дальше доскажу. Оба нам. Я этому человеку не позвонила. Я даже даты ставила, когда кому прозвоню. У меня был громаднейшие списки этих стартовиков. Есть люди, которые реально, как мне Ира говорила, я таких знаю, на стартовой программе построили свою команду. Поэтому это тоже можете делать и вы. 30 человек по стартовой, их вывести легко на 50, это уже 1500 баллов. Понимаете, это пол директора, пол пути пройдено. Плюс люди приглашают людей. Дальше про стартовиков сказала. А, еще такая вот фишка. Смотрите, вы сейчас заходите в текущие показатели уже сейчас и смотрите, кто из ваших людей уже выполнил 15, 20, 30 баллов. И вы шлете ему текст такой, типа, добрый день, у вас уже выполнено 20 баллов личного объема. Вам необходимо выполнить еще 30 баллов, и вы в следующем каталоге получаете ABC-пилинг. Да, это прекрасная вещь. Сюда же скидываете видео, которое Ира сняла. Текст вот про этот ABC-пилинг распишите, расскажите. Скажите про него хорошо, столько текстов. Поверьте, 70% людей сделают 50 баллов. То есть вот эту фишечку обязательно возьмите. Начать ее в первую неделю и закончить на последней неделе. То есть будут люди добавляться. И поверьте, 60 человек, если у вас команды по 50 баллов, получается все, вы директор. Следующее. Не забываем слать картинки «Лайк один». И лайк 2. Лайк 2 забирают все. Лайк 1 не все, но если вы хорошо расскажете людям, они заберут. То есть вот я сейчас рассказываю конкретно про сопровождение вашей команды. То есть когда вы сопровождаете команду хорошо, тогда у вас в команде растут лидеры. Если у человека вы просто регистрируете, и нету сопровождения команды, я даже, как вышестоящий директор или кто-то, мы не сможем директора это сделать, потому что это ваши люди. И почему вот команда важна? Потому что вы со своими людьми работаете, там Настя со своими, там Таня со своими, пошло и поехало. То есть сопровождение, все, это самое главное. И мы подобрались к самому главному, это программа New Level. Обязательно все люди, которые сейчас у нас есть на планерке, пожалуйста, заходите в эту программу, потому что, ну вот сердце мое чувствует, что выйдете, ну, 50% точно на новый уровень, это точно, ну, плюс те, которые по 1000 сейчас делают, они просто, вы обязаны стать директорами. Такие деньги, как мне Ира Пухальская говорит, слушай, Ленка, да что это такое, говорит, когда мы пришли, не было ни у кого, ну, блин, я бы такие бы деньги заработала, 1850, это поездка всей семьи куда-то, или в Египет, или в Турцию, или покупка, даже за 1850 можно купить нормальную машину, по месту ездить, там, какого-нибудь Passat 85-90 года, это я уже рассказываю, поэтому пользуйтесь моментом и учитесь. Плюс у нас будет кладезь информации. Буквально к концу недели для людей, которые уже приобрели билеты, я вам сброшу ссылку, вы проходите на новую платформу, и на новой платформе у нас будет обучение по программе New Level. Поэтому, дорогие директора, тоже заходим и покупаем билеты. Не все. Директора, наверное, еще не купили. Не купили? Кто купил из директоров?
Настя купила? Купила. Я не купила. Я сегодня зайду и куплю, и жду, ждем все этой ссылки. Можно зайти, кто-то зайдет в следующем каталоге. Ну, то есть мы просчитывали, как выгодно, чтобы получить промо-баллы. И про вот эти, промокоды. Про промокоды, еще раз повторюсь, директора у нас пока нет возможности. Промокоды будут у вас. И я вам настоятельно с самого начала рекомендую эти промокоды тратить не для себя, а для того, чтобы вырастить вашу команду. Отдавать своим лидерам, чтобы они эти деньги не списывали на продукты спишется, чтобы использовали конкретно на рост своей команды. То есть запуск рекламы на что-то вот такое, на подарки даже своим. Вот два промокода дали, чтобы они подарили своим лидерам, чтобы они привели им людей. Дальше. Про Инстаграм говорила Настя правильно. Не бойтесь показывать себя в Инстаграме сторисы. Я хочу сказать, что те люди, которые начали использовать Инстаграм, Ирина еще ничего не умела, помню, учили мы, Ира, сделай масочку, помнишь, Ира? Ира говорит мне и так, помнишь, поначалу? Без разницы ей было. Она проводила прямые эфиры. Про прямые эфиры мы позабывались, правильно? Перестали проводить прямые эфиры. Поэтому у каждого есть директора, есть я. Я с удовольствием с вами выйду в прямой эфир. Поговорить просто так, ни о чем. Вспомните другие компании, Greenway, я же вам рассказываю, даже сейчас захожу в 11-12 ночи, они ля-ля-ля, тополя, как дела, мы кофеек, а вот салфеточкой после кофейка вымою кружечку, и у них по 20-30 человек в прямых эфирах в 12 час ночи. Почему бы нам этого не делать? Вот я заходила сегодня днем, но днем людей мало, основная масса сейчас будет висеть, детей положат спать в 10-11, пока не заснут. Заходите, показывайте, что хотите, что можете, что не можете. Просто на прямых эфирах к вам приходят подписчики, если вы человеку понравились. Дальше. ТикТок. Столкнулась с тем, как бы я от него немножко отошла. Помните, мы все в нашем стартапе делали ТикТок, у всех он есть, но мы его не используем. Старайтесь по максимуму его использовать. Что я поняла? В ТикТоке тоже надо проводить прямые эфиры. Если вы интересны людям и на прямых эфирах, я начала смотреть, люди заходят на прямые эфиры, подписываются, задают вопросы. В первую очередь, что? На что? Например, прямой эфир проводим. Я мою окно нашей салфеткой. Вот смотрите, зеркало было такое, да, вот Настя, твои вот эти вот, что ты делаешь, например, зашла в прямой эфир в ТикТоке и показала, как ты душевую кабину вымыла. Ну, посмотри, вот там видно, когда люди заходят. А вот смотрите, люди задают вопросы в ТикТоке вообще очень охотно. Они там без тормозов, без комплекса, там своеобразная аудитория. Те, кто владеет макияжем и так далее, умеет красиво краситься или еще что-то, это вообще выходит вот так, на ура. Поверьте, у вас сразу будут регистрации с других стран. Вот вам и международный бизнес. Я расскажу про свою знакомую, которая просто печет пирожки. Она выходит в прямые эфиры, она всякую фигню говорит. У нее за неделю, по-моему, плюс 300 подписчиков. Я на такую фигню, я вчера зашла, посмотрела, боже мой, что она говорит, там люди идут, понимаете, поэтому пользуйтесь по максимуму. Дальше, возобновляем рекламу в Одноклассниках, в Инстаграме, у кого где идет, возобновляйте, пробуйте, пробуйте все методы. Бывает, что один день не заходит, но зато к вам приходят гости, всех гостей, друзья, запустили на минут 10, не идет, нафиг, все, выключаем, ищем такое время, когда она будет заходить, регистрируем все, что шевелится. Мне дедок в Одноклассниках, там один. Он мне постоянно пишет, там, зайдите, посмотрите обсуждение, кем мне стихи пишет. Что я сказала? Блин, давайте я вас зарегистрирую. На новичка зарегистрировала, мне сейчас пишет, мне, говорю, некогда, я работаю. Говорит, Ленка, сделай мне заказ. Я ему сделала заказ, зарегистрировала дочку. Дочка забомбила уже два заказа, каждый каталог по 50 баллов. И сейчас я с ней беседую про вступление в программу New Level. Она сказала, я подумаю. Поэтому пользуйтесь. И если там кто-то вам не обращайте, просто все используйте свою выгоду, то есть свою работу. Будете этим жить, все получится. Так, это я сказала. А, еще сказала про чат-сопровождение. Есть у нас еще инфочат. Про него забыли. Там пока 171 человек, я сегодня посмотрела. Там, туда я захожу, самые нужные вещи. Это каталоги, это то, что надо. Туда можете приглашать всех своих людей. Единственное, что у многих происходит путаница. Смотрю, у некоторых из нас, из вас, тоже, не помню у кого, тоже так и называется инфочат, информационный чат. Как-то надо переназвать, надо, чтобы информационный чат был просто один, чтобы люди не путались, они просто будут выходить или оттуда. Так,
Далее, что еще нам необходимо делать? В общем, вам сейчас, вот ваша задача, кто до директора в первую очередь, вам необходимо создать такие условия, да, наверное, у Лены Чепулис, чтобы вместе с вами работали ваши люди, не только вы сами, когда один, это тяжело, то есть нам необходимо создать такие условия, что с нами работала вся команда. В следующий раз на Zoom, или, может быть, мы сделаем отдельно, может быть, прямой эфир, я хочу, чтобы Ирина Козел, и сразу вот ей говорю тему, у нее сработала в первую очередь команда, поэтому она так быстро и закрыла звание директора, то есть она смогла очень быстро создать команду, которая тоже начала работать. Так вот, Ира, тебе задание, даже прямой эфир в Инстаграме мы сделаем, да, позовем всех наших лидеров, всем будет интересно. И вот ты расскажешь роль команды в построении бизнеса, почему она важна и как ты сплотила эту команду. У нас осталось секунд 30. Я хочу всем вам пожелать в этом каталоге роста, он, несомненно, будет, и настроиться на следующий каталог. Там тоже будет подарок на 50 баллов, сразу говорю, потому что у нас будет двухнедельный каталог. Это акция только для Беларуси, так как у нас маркетинг немножко поменялся. Но лично я пока особо этого балла не заметила. Правда, как-то нормально все проходит, да, незаметно. Мне даже некоторые говорят, что, может быть, это все так, ничего не поменялось. Мы это увидим в своем вознаграждении, в деньгах. Вы увидите, что будет больше. Поэтому я желаю вам только роста.